Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра «Последний день на Земле», и мы продолжаем выживать в Last Day on Earth Survival. И это уже пятая часть, и мы сегодня очень жестким начнем заниматься, несмотря на то, что у нас 25 уровень. Так, у меня есть лекарь на базе, именно поэтому я возьму баф с семена мозговихи, что мне будет давать как раз-таки 100% прибавку. То есть в два раза больше опыта. Погнали. Эффект от семян мозговихи, получаемый опыт увеличен на 100%. Отлично, 3 минуты. Так, тут какой-то квадрокоптер, есть координаты, все дела. Я не знаю, пойдем мы на него, не пойдем. Так, тут трупаки валяются, нам покушать надо. У нас щенок 3-го ранга должен был вырасти, но шансы маленькие, принц. Эх, 2-й ранг, окей, я таки думаю. Заботливый, заботливый. Это скорость роста, да. Ну, его, естественно, сюда. Будем ждать самок, чтобы двух щенят еще скрестить. Его сейчас кормить смысла вообще нету. Теперь, что мне нужно? Мне надо снарядиться в бункер Альфа. Главное, берем вот эту вот карточку сразу. Один пальчик. Это нам поможет. Пальчик нам даст Глок 17, как минимум. Так, вот эти вот детали тоже было бы неплохо на... этот взять на вышку, но мне кажется, не хватит, потому что надо 12 резиновых деталей, а у меня нету. Так что без вышки на следующий день, в следующий раз сходим на вышку, а пока мы чисто в бункер Альфа сходим. Так, вот эти ресурсы я пока что сюда скину. 2 Глок 17, возьму разрушитель кувалду. Так, угу. Монтировку можно в принципе тоже взять. Так, вот это я поменяю, пожалуй. Смысла нету. Кувалда есть, есть. В принципе. Еще один сет брони какой-нибудь. Давайте вот этот сначала поменяем. Вот этот целёшенький. Его можно одеть. В принципе, защита у нас и так нормальная. Так что яростный гигант нас не накажет, в принципе, сразу. И давай вот этот сет брони возьму. На первое время хватит. Штанишки было бы неплохо, конечно, поменять на более прочные. Вот так вот сделаем. Теперь хилка. У меня тут стак есть. Теперь еще стак. Только надо покушать. Покушал. Так, еще стак. И морковную рыбу, чуть-чуть водички. Сегодня только второй этаж, я думаю, зачистим. Уровень, надеюсь, неплохо поднимем. В любом случае, пока есть баф, можно использовать. Так, задание еще выполнено, наверное. Так, выбрать навык. Быстрый шаг. Вы быстрее перемещаетесь в скрытном режиме. Воу, круто. Так, здоровье К выбираю. Добытчик, строгая диета, лесоруб. Давай добытчика. Дровосек, верблюд, горячая кровь. Горячая кровь. Все. В принципе, вот с таким ассортиментом. И, пожалуй, было бы неплохо еще какой-нибудь инструмент скрафтить, чтобы нам было проще. Единственное, что мы можем скрафтить на этом уровне, это мясницкий нож. Но поэтому мы его крафтить и будем. Для этого 5 слитков надо. Так, пока есть 2 бутылки отсюда туда. 5 кожи. 5 кожи есть. И 4 доски. Упс, доски не тут, здесь. А и тут места нету. Ну, нам можно вот так вот сделать. Местами поменять. Все равно у нас ячейки освободятся. И меняем обратно. Все отлично. Модификаций, естественно, на таком уровне никаких нет. Но я... А, бутылку. Воду, в принципе, можно было бы не брать. Смотри, тут есть торговец... Если того стоит. Бинты, аптечка, спирт. Спирта у меня нету. Спирт мы будем как раз таки в бункере Альфа добывать. Резиновые детали и все остальное тоже. Было бы неплохо наоборот резиновые детали. Ну ладно, лучше не трогать. Погнали. Нормально, в принципе, ассортимент. Жить можно. Погнали.
Только для начала надо не забыть помыться и тому подобное. Так что, пожалуй, надо что-то выгрузить, что-то попить и желательно помыться. Так, водичку забрал. В принципе, можно было бы воду с собой не брать, а что-нибудь более ценное утащить. Ну, я погнал. Все, мы на локации бункера Альфа, теперь погнали. Ага, тут еще глок нам дается, я забыл про него вообще. Так, окей, завершить, доступ завершен. Так, теперь нужен код. 09272. Да. Отлично. Ну и тут можно что-то интересное найти, в принципе. Так, минус карточка есть, осталось палец использовать. Тут хилку. Ну, в смысле, голод восстановить. Потом, надеюсь, где-нибудь бутылки, броники будет. И вот как раз изолента, которая... Ой, изолента. Резиновые детали, которые в полицейский участок. То есть, для вышки, для починки генератора. Тут еще броня есть. Также глок. В итоге у нас целый уже есть. В принципе, я думаю, бункер Альфа полностью зачистим, даже включая четвертый этаж. Ну, не прям зачистим, но я не собираюсь просто тратить ресурсы на турельку. Так, продолжаем лутать ящики, хотя по бафу, как дела обстоят, временные. 53 минуты. Бензин, болты, вот неплохо, надо было сразу идти, в принципе. На 29 уровне мы идем в бункер Альфа. Ну, фактически на... О, и монтировка есть, то есть на второй этаж можно будет сразу идти. Так, погнали внутрь. Теперь что? На второй этаж можно будет сразу пойти, но все-таки нам придется локацию покидать. Но, может быть, даже брони хватит. Грубо говоря, мы уже на 25 уровне идем в бункер Альфа, что даже довольно-таки неплохо. Чем быстрее, тем лучше, потому что через бункер Альфа тут в основном все развитие идет. Вот, лутаем тут ящик и получаем еще один блок. И в итоге мы нормально сразу будем всегда с огнестрелом проходить без всякой лютой экономии. Вот, еще и шапка есть, которая толком нам не нужна пока что. Так, ладно, погнали. Вот это я лучше сагрю. Ломаем. А зачем агрю, чтобы какую-то атаку нанести? Главное вовремя садиться. Блин, Гримсоули неудобно в том плане, то что там кнопка присесть прям в самом углу находится. Так, скрытая атака. Опс, забыл. Я привык, что у меня на основе все с одного удара. Скороходы беру. Хотя смысла в нем не было. Поторопился, я просто забыл, что это за навык. Огнестрел нам толком не понадобится, только на втором этаже, третьем. То есть на третьем этаже и на слепом охотнике. А вот на втором толком не понадобится. Все, в принципе, с таким ассортиментом погнали играть. Второй этаж бункера Альфа. Так, все, заходим. Я на всякий случай буду делать небольшие паузы, чтобы... запись остановить, ну перестраховаться. Получается, тут у нас тупо кувалда идет. Конечно, многие могут сказать, что неразумно, но то, что делать. Я люблю с одного удара сразу взломать всех. Вы можете с холодным оружием стоять, наносить атаку. Тут можно будет, кстати, раздеться вовсе, чтобы броню не ломали. Так. Тесак я пока лучше, может, с него и начать. Так, ладно, погнали. Скрытая атака, значит, будет производиться с кувалдой, либо с разрушителем. Но первое время с кувалдой, с разрушителем и на яростных гигантов только. Дальше просто ломаем. Вот так. Смотрим просто за спиной внимательно. Если вдруг какие-то проблемы, мы должны отбежать. Похиляться. Так. Все. Скрытно открывать... Я и про этого зомби забыл.
Сейчас надо будет учиться скрытно открывать двери. Для этого, в принципе, все легко. Бежишь рядом, и когда появляется рука, ты на нее нажимаешь, а при этом джойстик отпускаешь и сразу на... Блин, давай с нуля начнем. Так, когда ты бежишь, у тебя появляется рука, ты на нее нажимаешь и сразу присесть, при этом джойстик должен отпустить. Все в этом духе. Должно хорошо получиться. Погнали. Я рано нажал. Идеально. Тут, конечно, в принципе, нету, ты две скрытые атаки не сделаешь, именно поэтому ломать. В принципе, мы даже успели. Я не думаю, что у нас проблемы с броней и тому подобное будут, потому что первое время мы будем за счет как раз таки ящиков питаться. Так, ну тут агрить. Тут нет других вариантов. Просто ломаем. Тем более на новый уровень, вот плюс того, что у нас сейчас маленький уровень. Дело в том, что у нас при каждом новом уровне будет даваться восстановление ХП. Так, ну тут я предпочитаю с кувалды наносить. Так что с кувалды и сразу текаем. Нам надо будет сейчас орудие поменять. Тот же самый тесак. И распределить надо. Распределять за счет вот этой вот фишки. Так. Тут постояли немножко. Все, погнали. Один стопорится. Прям сюда захотел. Вот как раз ломанный к нам подбегает. И он начинает ломать. Все, задание выполнено. Теперь остается вот этот. Листочка. Так, подожди. Я, конечно, могу и, в принципе, и через стенку его мочить, смотри. А, долго бегать ему. Он пробивает, ладно, хорошо. Тут другие места, вот эти, например, надо искать. Смотри. Ладно, лучше просто убить. Я, в принципе, через стенку могу мочить. Главное тут просто угол нормально подобрать. Оу, щит. Я не видел, что у меня броня кончилась. Так, вербют, строгая диета. Давай строгую диету. Нет, лучше жажду пускай. Так, броньку. Броник одеваем, погнали дальше. Так, еще одни толстяки. Также обычные. Тут, в принципе, просто тупо агрит, потому что на скрытую атаку они не ведутся в любом случае. Что снизу, что сверху, не получится. Так, их также надо сагрить, распределить по одному. Так, окей, ладно. Пока мы все это ломаем, спрячемся. Хотя, может, нам было сразу бежать, в принципе. Так, пока мисс другой бежит сюда. Не хотят они, однако. Но лучше распределить. Так лучше будет. Так. Вот сейчас должно получиться. Да ладно, ломаем пока. Не лучше успеем. Шанс, конечно, маленький. Ну хотя бы так распределять. Придется вот так вот кружить. Не хотят они по одному как-то идти. Вот, захотели. Правда, ломанный первый хочет. Не захотел отхватывать первый. Так. Кто-то меня не ударил. Не радует вообще удара. А, ботинки хотели. Все, нормально. Так, ботинки, шапка. Хорошо. Прочность у военной брони 150 ударов, у рейдерской брони, то есть это рабочая, только проапгрейженная, у нее прочность 180. Яростных гигантов пока что не трогаем. А я думаю, у меня проблемы с броней будут. Так. Эти комнаты можно было бы, в принципе, не трогать. В принципе. Но будут защищать всех зомби. Покажу, как всех убить. Хотя для новичка это наоборот плохо. Так, тут надо главное чуть-чуть подождать. Так, все, распределили. Как раз более слабый на нас.
И не ладно с ним ломать. Ладно. Не захотели. Нам бы сейчас более слабого сломать, а не более сильного. Так что именно поэтому я сейчас к нему подскакиваю. Сейчас кулака добил, ХП восстановил. Так, броня пока что еще могёт. Так, вот это. Ломай. Да, частенько гораздо было бы выгоднее, но не все это могут. Так что придется пожертвовать. Так, выбрать навыки. Свежеватель, добыча, дровосек. Давайте свежевателя. Все, вот этот блок зачищен. На турели пока что я забью пол. Вкручу как можно глубже. Поэтому берем кувалду. Идем наносить скрытую атаку. Только чуть-чуть покушать надо. Все, ладно. Как можно дальше. В принципе, можно было носить их. Главное, чтобы они у нас тупо не макали в грязь. Было бы неплохо стараться, чтобы меньше вот этих было ударов. Фантастика. Так, ну вовремя, в принципе, он побежал. Все. Забрали талоны. Так, что у нас по талонам? 6 зеленых, ладно, хорошо. Лутать я думаю позже буду. Так. Тут аккуратнее надо быть. Глок 17 был. Вот, как раз один глок есть. Вот эту толстяка лучше сразу мочкануть. В принципе, через скрытые атаки, ну, плохой вариант, как бы. Так, на руку. Открываешь. И отправляешь его на расстрел. Так, в зону действия, когда он попадет, зажимаем потихоньку. О, щит! Турели под удар попал. Так, турели серьезно под удар попал. Да. 18 у нас. С удобным магазином. Получается, Glock 17 просто тупо достает, чисто из-за этого тащит. А лучше не пробовать, чувак. Лучше забей на это дело. Так. Тут я бы скрытую атаку с кувалды нанес бы. Потому что получится сразу две атаки. Вот одного. Чуть-чуть дальность подобрал. Садишься. И вот теперь можно с этого мочить. Отлично, есть, все хорошо. Так, новый уровень. Навыки, время тратить. Дровосек, здоровяка. ХП восстановлено, все. А теперь надо тоже скрытно открыть, но мочить лучше с мачете. 30 урона. С одного удара просто не станет. Так, пробуем на бегу. В обратную сторону. Все, сел. Теперь к этому. Так. И вторая скрытая атака. Вот тут двух толстяков я лучше пропущу. Вот от них точно толка нету. Вот те, что в начале были, еще есть толк. Но тут уже как бы не вижу смысла. Так, вот как раз тут можно будет реально потренироваться. Да, успел. Первым делом мы активируем терминал. И я тебя слышу, пожалуйста, помоги мне. Это инженер, у него можно будет активировать протокол защиты бункера Альфа. Смотри, у нас тут есть вот такой вот яростный гигант, но его пока что не трогаешь. Берешь вот этого маньяка, зовешь себе яростный токсичный толстяк или же ТТшка. Так, вот сюда позвал. И начинаешь учиться вот этой вот фишке. Вышел удар. Спрятался. Так. Увидел замах, вышел ударил. Замах, вышел ударил. И это я все делаю на телефоне.
тут один удар я, конечно, зря, потому что сейчас было бы неплохо мочкануть кое-кого. Ну что ж поделаешь, ладно. Потому что сейчас с этим броником можно было на яростный гигант идти. Если прям уверен, можешь без броника попробовать. Он тебя с одного удара собьет. Так. Ну, такое вот событие. Так что я наношу скрытую атаку. И валим отсюда к чертям собачьим. И ищем там броник где-нибудь. Ах да, забыл. Броник можно еще и там найти, в самом бункере Альфа на этаже. Там иногда броник попадается, причем. Так, уже смотри, еще 10, 11 зеленых талонов, и можно будет уже ящик за зеленые талоны открыть. Так, покушаем. Шапку, в принципе, ладно. Наверху есть броник, им пока что и воспользуемся. Давай, я лутаться пока что не хочу, потому что время ограничено у нас. Минут, наверное, 30 еще осталось у бафа конкретно. Так, я тут покушаю для храбрости. Давай, чекнем. Тут не зря мы все поскрывали. Броник можно было, конечно, попрочнее. Так. А вот две аптечки можно сразу взять, в принципе. Как раз против яростного гиганта две шапки можно допустить. Вот это я тоже возьму. Глок 17, давай я везде позабираю. Блин, тут оказывается почти целый. Думал, он чуть менее прочный. Ну все. Реально, я не понимаю смысла теперь без огнестрела проходить бункер Альфа. Вот так для разнообразия могу. Вот когда делать нефиг, просто хочется время потратить. Но при этом 7 огнестрелов я вытащу как минимум, то есть 3 ящика открою. Так, погнали на третий этаж, то есть на второй. Если без огнестрела пройти, то 7 огнестрелов ты спокойно вытягиваешь. Один огнестрел с зеленого ящика, 2 огнестрела получается с желтого и 4 огнестрела с красного. В принципе, даже очень неплохо. Так, отсюда сразу садимся, берем разрушитель, потому что мы одну скрытую атаку нанесли по ТТшке, именно поэтому надо скрытно подойти, нанести скрытую атаку, чтобы тот не сагнется. И все будет нормально. И можно будет сейчас нанести еще скрытую атаку и доломать этого чувачка. Такс. Что это такое? Клан, да, пойдет. И начинаем ломать. Потрясаться, в принципе, нормально. Так, ладно, что-то глюкануло у меня на глазах, как мне показалось, ладно. И если есть модификации, если ты их забыл, ты можешь их одеть тут. Я тут застрял, но, пожалуй, я тебе пока что трогать не буду. Терминал открыт, теперь смотри, давай я покушаю для смелости. Так, вот так вот. И вот... заманчиво, чувак. У меня с холодным-то проблема. Типа показать. А какая разница, кого с огнестрелом мочить? Погнали. Короче, ты мочи с огнестрела с Глок 17, потому что их очень легко получить. Вон, два разбившихся самолета залутал, все, глоки есть. А я помочу с холодным. Сейчас его вот сюда позову. И покажу, как это делается. Так, подошел поближе. ХП восстановил обязательно, чтобы не меньше 102 ХП было. И начинаешь баловаться с ним. Если телефон позволяет, можешь сэкономить. Блин, я настолько шустрый, что я сейчас могу на удары просто вылететь. То есть он когда начинает меня бить, то есть начинает свой удар, я такой прям под удар идеально подписываюсь. А так, в принципе, замах увидел. Можно выбегать. Все. Новый уровень. Идеально. Так. Вот тут маньяков. Вот так вот наказать надо. Отличненько. Ломаем всех по одному. Так, на ХП надо будет восстановить, конечно.
Вот этого, конечно, маньяка лучше не трогай. И я сейчас, пожалуй, побалуюсь. Короче, погнали. Я сейчас тебе покажу, как баловаться надо. Так. Вот будет обидно, если меня сейчас подведет это. Так. У нас яростный гигант там за нами идет. Это очень опасная штука. Так что поэтому берешь вот так вот. Прям надо все на скоряк делать. Наш одного. Агришь второго. Ломаешь его вот здесь. Так, 107 хп, видишь? Видишь. Так, берешь разрушитель. Подкрадываешься к нему вплотную. Аптечка наготове. Чуть-чуть назад отошел. Сделал атаку. И сразу назад. Смотри, 80 хп я снес. Нормально. Это нормально. Так, берешь, восстанавливаешь хп. Вот. 103. Было 107, у нас 21 хп осталось, да? Нормально. Если у тебя будет обычная рабочая броня, ну, ты поймешь, что за броня. Так, турель я не сайлю, прикольно. Тут вот так вот проходим и наносим еще одну атаку. После чего можно будет перезаходить и делать все по кругу. Тут просто минимум огнестрел надо. Так, увидел замах, чуть-чуть назад отступил. Ну ладно, удар получил. 86 хп снимай. Хорошо. Восстановил. Вот так вот теперь перезаходишь и повторяешь процедуру. Если тебе лень, скрытая атака, и потом сагни с тела, начинаешь просто фигарить во всю радость. Ты в минус не уйдешь, я так думаю. По броне. Ну да, броня у нас фиговая, но что ж поделаешь, как можем, так можем. Конечно, сейчас было бы наоборот неплохо не делать скрытые атаки, брони было бы дольше. То есть брони на дольше бы хватило и было бы хорошо. Бы да кабы. Такс. Загрузился. Все. Они становятся сразу по местам. Так, давай выберем навык Рудокоп, аккуратный свежеватель. Ё-моё, Рудокопа. Тут, в принципе, не знаю, когда серые навыки, толком нечего выбирать. Все они равноценные, в принципе, особенно для новичка. Так. Ну, тут ты можешь до сюда дойти, потому что скрытую атаку по нему не нанес. А когда нанесешь, уже все. Так, чуть-чуть назад. Можешь вот сюда встать, потом через стенку его помочить. Ну, как тебе нравится. Можешь огнестрел достать его, мочкануть. Чипонь-чипонь. Ну, ладно. Я, в принципе, так и хотел. Давай лучше огнестрел потратим, чем холодное оружие. Так. Тут садись от батареи. Потому что если ты дальше пройдешь, вот, например, до сюда, то все, он сагрится. Потому что ты по нему нанес удар, он уже держит ухо востру. Тут с ним поаккуратнее надо быть. Так, замах. Чуть-чуть дальше. Все, назад. Видишь, он... Ничего он мне не смог сделать. Все, убили. Так, залутать я, в принципе, думаю, в конце. Выберем навык. Дровосек свежеватель. Давай, добычка. Ну, давай для баланса, типа, все равномерно. Как раз третий взяли. Так, а может и второй? Нет, это наш был уровень второй. А то я помню там, типа, ой, максимальный уровень, а почему он мне попадается еще раз? Хотя я им показываю, что будет максимальный. Так. Ну, тут, в принципе, ты этого сразу застрелять не сможешь. Ну, фактически можешь. Тут я лучше аптечку возьму. Потому что этот пойдет, надо будет еще вторую атаку делать. Так, смотри. Такс. Замах увидел. И сразу назад. Так, присел. Присел. Идешь вот так вот. Тихонько сзади подошел. Вот так вот. Встал и пошел. Можешь, в принципе, сразу прям здесь расстрелять.
все, в принципе, не проблема, ё-моё. Уровни как на дрожжах растут, если честно. Ну, тут, конечно, маньяк остается. Не понимаю, какого фига. Там... Вроде уже эта схема не работает, тем более у нас взломщика нету, так что его вообще смысла трогать нету. Ну смотри, мы, грубо говоря, около половины блок 17 сюда потратили в сумме. Это, в принципе, не предел. Тут, если постараться, можно, в принципе, всех кухнуть так, что не понадобится даже огнестрел. Ну, да, одного гиганта, правда, через стенку надо будет мочить. Остальных уже нормально можно кокнуть. Так, броня все. Второй этаж зачищен. А с броней проблемы. Но я знаю, как это решить, в принципе. У нас есть полицейский участок, но надо вышку активировать. А для вышки у нас ресурсов не хватает. Это минус. Вроде открыто, да. Получил 13 зеленых талонов. Нам надо еще семерочку и будет зашибись. На третий этаж погнали. Побалуемся немного. Так, тут первым делом, естественно, надо скрытно открыть. И, пожалуй, мы лучше скрытно убьем этого чувака, чтобы тебя не сагрились. Так что, рука присесть. Встаем, рука присесть. Все, скрытая атака. Он отпадает, нам по барабану. Нас ничего не интересует. А, тут придется два раза кувалду использовать, ибо... Либо же просто этого мочкнуть и турель... расстрелять турель сразу после скрытой атаки. Ну и второй вариант, который лучше я сделаю, воплощу. Это две скрытые атаки. И добивка. Такс. Ну все, самое печальное началось. Здоровяка выбираем. Хотя обжора тоже было бы неплохо, типа. От хилки могу. Так. Тут жестко, жестко. Кувалда. Вот это у нас отлетает. С монтировки доиграться. Ну ничего, все равно надо две части разбивать в любом случае, потому что там у нас рюкзак был маленький, чтобы все ресурсы с базы принести, чтобы дальше проходить. Так что увидимся, это последние штрихи, погнали. Такс. Если я тут бегать буду, они побегут. Хорошо. Тут мы можем нанести скрытую атаку по гиганту и его дострелять. Я это как раз таки сделаю. Так. Аккуратно подходим. Чуть-чуть назад. Как правило, он тут стопорится, что и как раз таки было. Так, вот тут его подождем, хотя он застопорился почему-то. А вот это, конечно, плохо, что я его там пометил. Ах, какой жадина-то. А вот тут уже висели такое, что не хочется юзать. Потому что сейчас мы по броне как-нибудь летим. И монтировка тоже. В принципе, на сегодня, я думаю, хватит. Можно сейчас сходить еще на локацию. Ту и винтовую. С квадрокоптером. Погнали на нее. Значит, огнестрел я, пожалуй, весь здесь скину. Холодное оружие тоже. Талоны, естественно, здесь оставлю. Так, хилку, броню. Соответственно, здесь. Этот ГОК. Можно вообще скинуть. Так. Броня наплевать, со мной поедет. Так, хилку, пожалуй, с собой. Монтировка пускай здесь останется. Ну, остальное, как бы, можно утащить. Водичку, пожалуй, ставлю, бутылки тоже.
Сейчас чекнем, что у нас тут по ящикам. Было бы неплохо, конечно, все с собой забрать. Так, мусор удаляем, его даже в переработку не запихнешь, так что смысла в нем нету. Так, есть, есть. Шапку тут можно забрать, слиток, пружинки, все дела. Было бы неплохо сейчас еще по второму этажу пробежаться. Ну-ка, чекнем. Так, все, теперь что насчет вот этого всего? В принципе, лучше здесь оставить. С собой пока что таскать ничего не надо. И если что, потащимся завтра. Потому что зачастую у нас там места тоже немного. И лучше пока что тут все оставить. Ладно, броню доломаем, монтировку тоже. Ну тут, конечно, собака с навыком вернуть друг было бы неплохо. Мы появились на локации, получается, координаты нам выдали. Выдал этот квадрокоптер. Надо броню поменять на более слабую такую. Так, вот это. Хотя и эту было бы неплохо доломать. Но если бы она сломалась, нам было бы худо. Именно поэтому надо чуть попрочнее взять. Как раз таки это нормально подходит. Так, все. И блок 17 такой вот легенький берем на всякий случай, по той причине, то, что у нас могут быть проблемы. Ну ладно, он там как раз таки, скорее всего, понадобится, если ты получил. Если ты убил бота самопала на какой-нибудь локации, самопал желательно с собой тоже брать, по той причине, то, что. Ну, имею в виду бункер альфа. Он неплохо себя показывает против. Ну как неплохо. Экономно показывает против яростных гигантов в бункере альфа. Так, торговец. Ну, на этот раз ты близко. И надеюсь, что-то хорошее предложишь. Ладно, смотри. Вижу, ты нашел координаты. И неподалеку лежит груз военных. Одному мне не дойти. Следуй за мной. Окей, окей. Ты будешь сам их мучить? Так, я добивать буду. Вот последний удар, чтоб вот мой был. Давай. Опыт мне нужен, не тебе. Кажется, здесь ничего нет. Ёкарно было, вы можете... Ё-моё, я... Обалдеть. Это жестко. Блин, меня походу просто тупо перекрывает звук игры. За это, конечно, простите. Так, тут помогать надо. Помогаем как можем. Подожди, я проверю, что здесь. Окей. Ломай. Он все чекает, все чекает. Он может у нас и предать. Ах ты гадина. Монтировка отлетит, это в любом случае. Это тот самый груз. Вот теперь бери ГУ-17 на всякий случай. Ага. Пока что не надо. О! Самопал у него сломался. Замечательно, смотри. Закрыто, а? Осторожно, что-то надвигается. Оу, щит. Он сдохнет, нет? Так, вот так вот сделаем. О! Он у нас. Смотри, ты мне больше не нужен. И смотри, на кулаках. А давай. Все, броня, монтировка с него, неплохо, ладно. Он, конечно, без шапки был. Давай залутаем вот эти все секции, и там он еще чекал другие. Их тоже надо будет заценить. Эту локацию желательно тоже зачистить от ресурсов. Ресурсы нам нужны просто-напросто. Смотри, энергетику все зашибенно, прям можно сегодня это все дело мутить. Прям бункер альфа, прям сегодня тащить это было бы реально неплохо. Правда, интернет нам плохую услугу делает.
Опа, на кто-то бежит. Нормально. Нам пока что хватает. Так, давай попьем. Какой попить? А, хотя вода тоже есть. Тоже вариант. Так. Бутылочку сосал. Это покушал. Там какой-то груз был, я не помню, можно его залутать нельзя. Вот есть какой-то тут. Давай его заберем. Ах ты гай. Меня это совсем не радует. Какого фига тут всего много? Я про зомби говорю. Так, ну, блин, уже бинт можно скрафтить. Можно бинт скрафтить. Так. Штанишки. Ну, блин, это пока мы еще оставлять будем. Не будем это сразу все одевать. Для экономии места. Такс. Ага, тут у тебя все пусто. Ну, окей, значит, я удаляю броник. Это я, пожалуй, все одеваю. В принципе, можно сразу эту дичь удалить. Так, давай для эффективности бинт создадим. Кусок ткани удалим. Надеюсь, тут на локации будет что подобрать и скрафтить. Какие-нибудь себе инструменты. Новый уровень получили. Прекрасно. Давай выбрать навык. Рудокоп, добытчик. Так, 40 диета для баланса. Первый уровень. Ну все, необходимо создать инструмент, а я создать не смогу. У меня нифига нету, чувак. Так что не в этот раз. В принципе, локация уже зачищена, можно будет и побегать, в принципе. Почему бы нет? А также можешь топор еще с собой брать на торговца. Если не понравится, ты там можешь порубить себе еще ресурсы помимо. Если не сможешь даже сделку. Да тем более, если сделаешь, тебе первое время было бы неплохо это все лутать. Такс, давай удалим. Так уж и быть, где-нибудь на почте, может, нам упадет. Известняк есть, и сосновые бревна. Просто бегать не хочу. Ресурсы ты сам знаешь откуда. С дневника выжившего. Так, кирка есть. Так, покушал. Ну, давай, наверное, сначала чекнем, что торговец хочет. Его заодно и порубим. Так, привет, торговец. Привет, Джо. Ой, ё-моё, ты такой дорогой. Ну все, в принципе, квадрокоптер тут остается. Давайте чекнем по заданиям. Нам что-то простили. Что-то просили. Они с бункером, они даже нифига не попросили ничего сделать. Так что, окей, ладно, так уж и быть. Броню надо будет взять сейчас и отправиться в свободное плавание к бункеру Альфа. В принципе, так сделаем. И сейчас еще надо кое-что сделать. Так. Телефоны, вот этот металлолом, все надо будет поскидывать. Сейчас этим я и займусь. Ну, смотри, последний завершающий элемент, который я хочу сейчас сделать, это проапгрейдить вот этот маленький ящик. Все, есть, отлично. Замечательно, потому что ресурсы не помещались, именно поэтому пришлось. Ну и в принципе на сегодня все, хватит. И если тебе понравилось видео, ставь лайк, если тебе не понравилось, ставь дизлайк. Ну а с вами был я, Одер, всем удачи, всем пока, увидимся в новых видео, бай-бай.